Сосед пытался надругаться над 89-летней пенсионеркой в ее квартире на востоке Подмосковья. За преступлением онлайн наблюдал внук бабушки, который и обратился в полицию. Это произошло 22 ноября. Семья москвичей ухаживала за своей престарелой родственницей по мере возможности. Бабушка уже несколько лет страдала потерей памяти, в связи с чем близкие решили установить в квартире пенсионерки камеры видеонаблюдения. Женщина постоянно оставляла входную дверь открытой. Не так давно внук со своей мамой приехали к родственнице, и с ее разрешения повесили в ее квартире несколько камер. Бабушка всегда была под присмотром. Обязанность смотрящего на себя взял внук, менеджер по продажам лекарств. Периодически он просматривал камеры и докладывал своим родителям, чтобы они не волновались. 21 ноября около 12 часов внук решил проверить бабушку. Включив камеры в режиме онлайн, мужчина увидел, что у бабушки в квартире находится посторонний. Приглядевшись, он узнал в нем соседа по подъезду. Сосед очень мило отвел под руки бабушку к дивану, уложил, а потом, воспользовавшись ее преклонным возрастом, начал свое дело. Через несколько минут негодяй встал и ушел. Опешивший внук не сразу понял, что произошло, но придя в себя, решил обратиться в полицию, предоставив органам запись видеонаблюдения в качестве доказательства. Родственник рассказал полицейским, что этого человека он видел ранее, в тот день, когда и приезжал устанавливать камеры. Мужчина представился соседом и высказал претензии, что они плохо ухаживают за пенсионеркой, в частности не моют ее. Следственным комитетом в отношении 65-летнего мужчины, военного пенсионера, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи.